Ах, кто это Атус? А это Пипад. Пипада. Ой, смотрите, как Пипада, Пипадные. О, какая она белая лежит, на мягкой. На мягкой лежит, на хрень какой-то, на белой. Пипада. Она какая. А лапы у нее белые. Глаза у нее зеленые, уши торчат. Вот она какая. Пипада. Не, пипада-то ладно, вот. Белая жуйка, вон она какая. Она то ли белая, то ли серая, то ли непонятно какая. У нее у белой жуйки на ушах белые волосы расти. Раньше были просто черные уши. А глаза у нее прям синие, как море. Синие, как море. Во, какая белая жуйка, вот она. Она поспокойнее, да? Поспокойнее. Но она к ней лезет, да, к этой? К пипате она лезет и получает от нее пахари когтем. Да, пуша нефиг лезть. Да, вот нефиг лезть, да, к пипатам. Пипат хороший. Не надо к ней лезть наглую. Хвостом своим пушистым не надо. Хвост распушать. Не надо хвост распушать, да? Вот. Белая жуйка. Вот. А теперь спокойно сидят, смотрите, видите? Ну, я, конечно, разбудил Пипада. А так они спокойно сидели. А так вот. Они спокойно вместе сидели. На одной кровати, что редко бывает. Обычно они вя-вя по морде друг другу бьют и шипят друг на дружку. Ну ладно, Пипада. Пипада. Хлабрась. А ладно, лежи лучше. Все равно ничем не покормлю. Я ничем тебя не покормлю, лучше тебе лежать, да, и не пугаться. Тапком скреплю, ну и что? Тапком поскрепить нельзя. А, белая жуйка. Злобно как-то смотрит она на нее. Вот как-то злобно прямо сейчас смотрит, и все. Вот такая вот Пипада. И белая жуйка. Опять всех перепутал, да?